10 из 21 столько проектов из Сарова победило по итогам голосования в рамках губернаторской программы «Вам решать». Все они воплотятся в жизнь в 2024 году. Из областного бюджета на это выделили 27 миллионов рублей. А это значит, что в городе появятся обновленные дворы, детские и спортивные площадки. То, о чем мечтали жители. В основном это объекты департамента образования, скажем так, это детские сады, школы, что тоже, в общем, неплохо. Замена окон будет произведена, спортивные площадки будут отремонтированы, еще какие-то школьные помещения. Два проекта у нас по ремонту дворовых территорий выиграли, по Некрасово и Семашко, продолжение прошлогоднего проекта. Еще один проект, который получил поддержку второй раз подряд – благоустройство дворов на улице Юности 5/3, 5/4. В этом году облагородят вторую часть площадки. Также в 2024-м сделают долгожданный ремонт актового зала ДШИ номер 2 – футбольного поля на стадионе ИКАР. Жалко, что не победили проекты по протяжке, ремонт вечного огня. Ну, это результаты голосования жителей нашего города. Проголосовало у нас 13 500 жителей. Ну, чтобы пройти большего количества проектов, оказалось, этого недостаточно. Почти 3200 инициатив жителей за последние 6 лет реализовали в регионе в рамках проекта «Вам решать». Максимально возможное финансирование на город – 40 миллионов. Это хороший стимул к тому, чтобы в следующем году еще активнее участвовать в голосовании, забрать максимум для благоустройства Сарова. Дарья Козина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей «Саров-24».